Смотрим на этого очень счастливого человека. Ну, во-первых, мы знаем, что он израильтянин. Но посмотрим не на все переменные, которые в базе, а только на те, которые являются предикторами в нашей модели. Для этого я сделаю сужение всех переменных, кроме тех, которые присутствуют в модели по очереди. Итак, первая переменная про энергичность. Это lot of energy. Пусть будет 10. Вот так вот десятки я проставлю во все переменные, которые присутствуют в модели. Итак, я выделил вот таким образом широкими колонками только переменные, которые относятся к модели полученной. Итак, этот человек очень счастливый, который в Израиле, но мы пока что не смотрели, влияет ли страна на уровень счастья. Он смотрит телевизор от получаса до часа. Он удовлетворен достаточно положением дел в экономике государства. Он не согласен с тем, что он неудачник. Ему не приходится прикладывать большие усилия. Он почти всегда или всегда радуется жизни. Он энергичен. А, понятно, я, видимо, не туда посмотрел. Здесь обратная кодировка. Точнее, нет, прямая кодировка, да. Чем выше, тем больше. В общем, непонятно. Короче, он энергичен, но это не мешает ему быть удовлетворенным жизнью. Удовлетворенным работой, хотя удовлетворенность работы и энергичность, они обратно пропорциональны. Он не согласен с тем, что у него нет шанса показать, насколько он значим, что он может. Не согласен с тем, что... А, вот это как рассмотрели. Его ценят люди, по его мнению. Он достаточно высокий энтузиазм имеет. Он имеет некая цель в жизни, понимает ее, ощущает. Доход у него очень высокий. Ну, то есть 10-я децильная группа. Он считает, что очень важно быть